Как играть в мультиплеер в Crusader Kings 3? Итак, все довольно просто. Если вы собираетесь выемно создать лобби для своих друзей, то стать хостом игры. Становимся хостом игры, выбираем нужную дату 867-1066. И как бы выбираем видимость, частный или общий. Общий видят все, могут присоединиться все, если вы не ставите пароль, название игры, опять же. Частный это получается, вы ставите пароль и может присоединиться только по приглашению человек вести прием. Итак, смотрите, что еще самое важно. Пароль мы там поставили, да, вот об игре. Активные DLC. DLC у вас могут не совпадать, а вот активные модификации, вот у меня, например, сейчас Community Flavor Pack стоит. Активные модификации у вас должны быть одинаковые. Чтобы зайти в одну игру онлайн, у вас должны быть активные модификации. Дальше создаете игру. Ничего сложного, создаем игру, нажали. Как пригласить друга? Пригласить друга довольно просто. Скопировать ID сервера в буфер обмена, и потом вы, я не знаю, в Steam, в сообщении, в Discord другу просто жмете Ctrl-V и скидываете сервер, он уже должен просто присоединиться. То есть он, я сейчас покажу, где он должен ввести ID сервера. Дальше выбираете там Болгария, выбрать, другие игроки тоже выбирают, и жмете там правила игры, выбираете, жмете начать. Все. Если же вы должны зайти к своему другу, кому угодно, вот, ID сервера мы можем ввести сюда. ID сервера мы можем ввести сюда, но боюсь, что тут мы уже его не найдем. Вот, то есть, простите, ID сервера. Вот, ID сервера мы можем присоединить сюда. Я даже нажму присоединиться по ID, но сейчас не будет хоста. Сейчас у нас в нашей игре не будет хоста или просто не найдет игру. Видите, время ожидания истекло, подключение к серверу истекло. Почему? Потому что сервер недействительный. Я вам рекомендую просто вот так сделать и присоединяться по ID. Тут у меня из-за того, что моя стоит модификация, игры не найдены, довольно сложно найти хоть какую-то игру. Если не одинаковая контрольная сумма, то вот видите, присоединиться. Но игроки имеют другую контрольную сумму, которая отличается от меня. Даже видите, не закрытый лобби, не могу я присоединиться, потому что у игроков другие модификации стоят. Поэтому я не могу. А так все довольно просто. Вроде бы я все вам рассказал. Рассказал это я по просьбе нашего подписчика, который писал комментарии. Надеюсь, ты обо всем узнал. Если вам нужны еще какие-то обучалки, какие-то, возможно, советы, то обязательно обращайтесь. Так, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до скорых встреч на братьях Эвриках. Пока.